Вчерашний концерт для нас был открытием, и мы даже сейчас говорили между собой, что дата 17 ноября 2013 года для нас навсегда останется в памяти. Мы для себя открыли замечательный новый инструмент, и мы действительно поражены качеством и звуком, и богатством новых возможностей, которые есть на этом инструменте. И мы сильно надеемся, что скоро новые концертные рояли Антонин Петров будут во многих и в лучших концертных залах мира. Играть на новой модели Антонин Петров для нас это было просто сюрпризом, открытие, потому что нам приходилось не так давно играть на разных инструментах, на разных марках, вот особенно на этих гастролях каждый раз новые инструменты. И открытие Антонин Петров как концертного инструмента, это дает новые возможности. Я считаю, что это один из лучших инструментов сейчас, который существует в наличии в мировой практике между. Инструменты Петров поражают нас и наших слушателей своим потрясающей теплотой звука и необыкновенной гаммой, палитрой звуковой. И нам очень нравится то, что в принципе мы без репетиции, без подготовки, мы знаем, что если у нас стоит на концерте рояль Петров, можно будет делать все, что мы хотим. Музыкальная окраска этого инструмента — это часть возможных, выполнения возможных задач при исполнении любого сочинения.